Привет, бро, меня зовут Пози. Сегодня мы будем с тобой выполнять иллюзия челлендж. Ты, наверное, подумаешь, что же это такое? Сейчас мы с тобой будем смотреть иллюзии. А именно вот эти крутящиеся штуки. И наша задача не поддаться гипнозу. То есть, как бы выполнить этот челлендж, по идее, невозможно. Но мы попробуем. Первая иллюзия называется гипнозит. Поэтому сейчас ты внимательно смотри в точку на экране. Вот в эту беленькую точечку. И смотри этот видос. Раз, два, три, поехали. Главное не моргать, это самое важное. Слушай только мой голос. Что ты сейчас видишь? Наверное, пингвинчиков. Или же, возможно, и хуже. Дельфинчиков. Ай-яй-яй, я сейчас моргну, серьезно. Я не могу бесконечно смотреть в одну точку. У меня уже все перед глазами кружится. На меня уже сработал этот гипноз. Вау! У меня передо мной все шатается, продолжаю. Оу, щет. Белая точка. Не смотреть в сторону. Она уже становится серой. Она как будто говорит: иди сюда. Ты должен пойти на эту белую точку. А сейчас возьми хлебушек и избей батоном своих друзей. О! Вау! Вау! Вот это эффект! У меня все как-то... скукоживается! Все скукоживается! Вот, смотри на меня! Я разве не скукоживаюсь? Вот это я понимаю иллюзия обмана! Продолжим! Мне понравился этот эффектик! Смотри в эту белую точку. Она остается все серее. Она уже почти серая. Она у меня уже почти исчезла. Она у тебя исчезла? Напиши в комменты. Потому что я ее уже почти не вижу. Я очень сильно хочу моргнуть. Я сейчас заплачу. Вау! Слушайте, а мне нравится выполнять этот челлендж. Серьезно? Это реально прикольно. Ну все. Вроде бы теперь все в порядке. Этот эффект у меня продержался примерно секунд 15, поэтому... Скажу честно, видал и хуже. Следующая иллюзия называется демонический глаз. Смотри на буковку Е, просто не моргая. Все одно и то же. Все, я готов. Вау. У меня в глазах начинает двоиться, этих точек становится миллион. Забыл предупредить. Кто боится черных точек, лучше выключите это видео. Их очень много. Божечки мой. А, Л, Ай, Т. Ой, какой Т. У. Что? Подожди. Это какой-то шифр, наверное. Спасите, помогите. Нет, нельзя ему помогать. Просто смотри на этот черный экран. Я, наверное, тебя задолбал отвлекать, но в любом случае просто смотри в черную точку. Не моргай, дружище, у тебя все получится. Я верю в тебя. Просто не моргай. Ой. Глаз чешется, у меня ресницы загибаются в глаза. У меня рука как-то отодвигается, как будто... Мне все фокусируется в другую сторону. То есть я как бы смотрю на руку, но задний фон начинает двигаться. Быстро смотри на свою ручку, пока не пропал эффект. Ну все. Вроде бы нормально. Да, вот теперь нормально. Божечки мой. Какие иллюзии я только не видел, но это была самая странная. Потому что такое я реально видел впервые. Просто как будто все начинало двигаться. Ну а это, наверное, самая обычная иллюзия, где мы опять же должны смотреть в центр, но при этом эта штучечка крутится. Вот эти спиральки. Поэтому поехали. Сейчас ты телепортируешься в мир Майнкрафта. Лучше прищурись, серьезно. У меня так лучше получается смотреть в одну точку. Более сфокусированно. Ой, моргнул.
Главное, реже моргать, потому что эффект может сбиться. И тогда получится не очень круто. Чем я только не занимался. Но это самое странное, что я когда-либо делал. Смотрим по сторонам. Быстро смотрим по сторонам. Ха! Это работает как увеличительное стекло. Рука увеличивается или... Ай, это было не очень приятно. Вроде бы эффект прошел. Это была какая-то слишком короткая иллюзия. Рука немного увеличилась. И вот буквально через секунд 10 все это дело прошло. На самом деле я ожидал большего, но тоже неплохо. На 5 из 10 потянет. На самом деле существует множество различных иллюзий. И сейчас я вам показал самые популярные иллюзии. Сейчас мы можем с тобой пройти небольшой тестик. Я нашел какой-то видосик, и сейчас мы с тобой его посмотрим. Эти штуки крутятся, но они не крутятся. Эта штука тоже не двигается, она на месте стоит. Это Абаба задом наперед. Если ты посмотришь вверх ногами его, то на самом деле он не улыбался. Он просто эльф. Да, он эльф. Ты видишь 4 цвета. Но это неправда. Здесь немного больше цветов. Здесь всего лишь 3 цвета, серьезно? Вау, линии все меняют. Что ты сейчас видишь? Видишь вот эту третью полоску? Вот как она сюда попала? Я без понятия. Мне кажется, это тень. Но это не тень. Здесь есть какая-то загадка. Давай же с тобой ее рассекретим. Я становлюсь Шерлоком. Где моя невидимая кепка? Ну-ка, Ватсон, смотри. Я пришел к выводу, что во всем виноваты цвета. Во всем виноваты цвета 100%. Зеленый сливается с черной линией, и получается эффект того, то, что эта линия здесь присутствует. Но на самом деле ее здесь нет. Фигура трехгранная. Та-дам! Вы, наверное, сейчас ничего не поняли, но я вам скажу, что... Расслабь свой мозг. Мы смотрим иллюзии. Не парься. Вот, вот вам разгадка. Видели это? Видели это? Вот это, наверное, одна из самых прикольных иллюзий. Если смотреть долго на этот крестик, точки по бокам начинают исчезать. И ты видишь? Они исчезают. Все, их почти нету. Та-дам, они появились. Ха-ха. Когда этот белый кружок начинает ходить по кругу, все эти линии реально исчезают. Какие линии? Кружочки. Кружочки, я говорю. Ну и последняя иллюзия, которую я вам хотел показать, это кружащиеся шарики. Это не обман. Они реально стоят на одном месте. Но если вот так бегать глазами, то они начинают шевелиться. Забавненько. Ну что ж, бро, сегодня мы с тобой посмотрели множество различных прикольных иллюзий. Поэтому, если тебе понравился этот ролик, то обязательно поставь свой лайк и подпишись на канал, если ты еще не подписан. Если хочешь продолжение этих иллюзий, напиши в комментарии, я поищу для тебя еще много прикольных видосиков. Ну а ты оставайся таким же крутым и веселым. И надеюсь, я тебя не загипнотизировал своими лайками. Ладно. Адекватности. Адьос. Playtime.